Вы смотрите канал «С нами по пути». Сейчас мы спустились в нью-йоркскую подземку. Место не самое приятное и довольно мрачное. Спустя 5 минут ожидания приехал поезд, чтобы унести нас по темным туннелям в центр Манхэттена. Всем привет! Сегодня очередной день нашего путешествия по Нью-Йорку. Мы приехали в даунтаун от нашего Централ-парка, спустились вниз. И сейчас собираемся перекусить в известной закусочной, ресторане или кафе. Сейчас мы увидим Кац Деликатесен, популярное место, которое никак нельзя пропустить, посещая Нью-Йорк. Мы посмотрим, попробуем. Идемте с нами. Добравшись до нужной нам станции метро, мы идем по улицам Нью-Йорка. Сегодня на небе пасмурно и свежо. А если дождь таки не пойдет, то для пешей прогулки лучше погоды не придумать. Привет, друзья! Мы дошли наконец-то до этого ресторанчика Кац Деликатесен. И очень хотели что-нибудь съесть и вам показать. Но, хотя он работает с 1898 года, я не могу представить, что там за чудесные блюда подают, чтобы отстоять такую очередь. Если вы посмотрите, то есть вот здесь вот вход, и очередь тянется вот туда, где ремонт, и там еще люди стоят вот в этом проходе ремонтном. И, в общем, и еще в самом ресторане тоже очередь до этого самого прилавка, где можно заказать. В общем, я думаю, что Кац останется на следующий какой-нибудь из наших посещений Нью-Йорка. Сегодня мы точно как-то не очень в настроении стоять длинную очередь. Вот, ну, должно же что-то остаться из неизведанного. А мы пойдем дальше, попробуем дойти до Чайна-тауна и поесть что-то азиатского. Мы давно не были в Азии, очень соскучились. И надеемся, что здесь что-нибудь такое аутентичное, вкусное поедим. Сейчас мы идем по Чайна-тауну. Реальное ощущение, что мы попали в Китай. Разговор, запахи, ароматы от разных, я не знаю, специй, что тут вообще продают, то, что в Китае едят. Часть этого мы просто не употребляем, не знаем. Вот тут, в общем, ощущение точно, мы находимся где-то на улице Пекина.
мы добрались до ресторана в Чайнатауне. На самом деле зашли в первый попавшийся, потому что уже очень хотелось есть. И мы посмотрели, чтобы симпатично выглядело и было место достаточное, чтобы мы с коляской вошли, потому что некоторые места очень-очень маленькие были. Вот. Ну и сделали заказ. Цены немножечко пониже, чем в других заведениях. Обычно там итальянская, еще какой-то или местная кухня. Ну, конечно, гораздо-гораздо повыше, чем в Китае. Ну, понятно, мы же не в Китае. Вот, сейчас начали приносить нам уже заказ. Это мой любимый вантонский суп, я его очень люблю. Надеюсь, что он вкусный, такой же, как в Китае. Брокколи, конечно, я там не помню. Мы соберем это с собой, съедим. И нам еще дали апельсины на десерт, хотя мы не заказывали. И традиционное китайское печенье с предсказанием. Ну, все, наверное, знают, да, что это печенье. Тут печенье, а внутри какое-то предсказание. Сейчас мы узнаем, что там. То есть нужно считать не года в своей жизни, а жизнь в ваших годах. Вот что считается. То есть надо жить, а не считать года. Вот так. Здорово. Философское китайское печенье. Вкусненько. Мы ходили по Чайнатауну и увидели кафе-мороженое. Кто бы мог подумать, что это будет Хаген-Дазс, который обожает Оля. Сколько раз мы его искали здесь. Казалось бы, США, родина этого мороженого, Нью-Йорк, а нигде нету. В Азии их везде очень-очень много, я думала, здесь они есть везде. Хотя мы живем как бы в центре. Вот, и кто бы мог подумать, что в Чайнатауне мы найдем целое кафе-мороженое Хаген-Дазс. Идем пробовать. Классно. Ой, ты себя вижу. Я говорю, у тебя вкусно? У меня очень вкусно. Это же кофейное мороженое. Это же самое вкусное кофейное мороженое на свете. Мы с Настей уже поели. Мы еще немного погуляли по Чайнатауну. Но каких-то особых чувств этот район у нас не вызвал. Обычные нью-йоркские дома, увешанные иероглифами, и масса туристов. Но в любом случае заехать сюда стоит, особенно тем, кто хочет купить специи, поесть китайской кухни или сходить в кафе-мороженое Хаген-Дазс.
наша прогулка по Манхэттену подходит к концу. Но в следующем выпуске мы продолжим рассказывать о Нью-Йорке и покажем вам много нового и интересного. Спасибо всем, что досмотрели этот выпуск до конца и поставили нам лайк. Обязательно подпишитесь на наш канал и не пропустите следующее видео. Всем удачи, всем пока! Сейчас гуляем по улицам. Можно сказать, что по архитектуре это не совсем Чайнатаун. Чайнатаун, наверное, только по вывеске. И кое-где стоят львы. Вот. Ну и понятно, продается все китайское, специи, ароматы. По этим параметрам Чайнатаун. По архитектуре это Нью-Йорк. Все-таки это Нью-Йорк.